Одна из них играет маму в спектакле. Я не понимаю, как ей это удается, потому что она, ну, просто сестра своей младшей сестры. Так она не мою дочь играет, слава богу. Серьезно? Да. Все больше интересных подробностей открывается о спектакле, как выдать... Я бы не перенесла такого удара. Как выдать маму замуж. Кстати, уважаемые телезрители, если вы хотите стать театральными зрителями, переходите в клуб «Артист» на Трехгорной мануфактуре на 905 года. Там... По сценарию братьев Пресняковых играют сестры Михалковы. Вот как завернуто. Везде рулят дуэты. Правильно? Да. Ждем? Ну а сейчас танцы. Мы так просто вас не отпустим. Я хочу, чтобы вы станцевали наш фирменный танец «Танцуй добро». Вот, у нас есть Виталий, который вас сейчас обучит немножко. Хорошо? Сейчас мы расцветем. Ну, хороший учитель. Сейчас вы расцветете у нас на глазах. Итак, «Танцуют добро». Анна, Надя, Виталий и Катя. Катя начала прыгать первой. Под аплодисменты вместе со зрителями. 5, 6, 7, 8. Кто из нас не знает, знает, из пословицы такая. Кадрами. Все хорошее. И прыгаем. А плохому нету края. Справа. Танц нового сознания. День за днем фигу живи. Кадрами. Красота твоих и мечтаний. Наш с тобой спасает мир. Виталий периодически закрывает от телезрителей то Надю, то Аню. Дорогие друзья, мы можем заставить танцевать всех. Сегодня с нами танцуют сестры Михалковы, Надя и Аня. Ну что ж, браво! Спасибо! Браво, спасибо большое! Спасибо! Спасибо, Надя, спасибо, Аня. Ваши впечатления это о сегодняшнем... Это был кастинг, по-моему, на следующий. Вы тут проводите на следующий сезон. Мы прошли. Да, ну да.